день, дорогие друзья. Хорошего дня вам, хорошего настроения, хороших выходных. Подготовили вам небольшой видеообзор. Но начну я обзор, как обычно, уже с напоминания о том, что у нас все платежи идут на ИП Кристина Александровна, магазин «Винтажная лавка». Для оплаты мы отправляем вам ссылку. Вы по ней проходите, попадаете в систему быстрых платежей, выбираете свой банк, с которым вы работаете для оплаты, вводите сумму платежа и видите все наши реквизиты. ИНН, УГРИП, наименование ИП Кристина Александровна, магазин «Винтажная лавка», и только после этого оплачиваете. Также у нас единственный рабочий номер телефона, он указан в шапке профиля. Этот номер у нас есть в каждой нашей публикации, под каждым видео и фото. На всех торговых площадках и во всех социальных сетях у нас указан именно этот номер телефона. На этом номере у нас также WhatsApp, с него идет вся переписка рабочая. Поэтому всегда обращайте внимание, с какого номера вам пишут. Также хочу напомнить вам, что разница во времени с Москвой у нас составляет плюс 4 часа. И в позднее вечернее время, а также в ночное время, наши менеджеры не отвечают на ваши сообщения, звонки. Тем более в это время они не выставляют вам счетов для оплаты, не отправляют реквизитов. Также в настоящее время у нас не проходят никакие акции и распродажи. Первыми мы вам не звоним и ничего не предлагаем приобрести по скидке. Если вы получаете подобного рода предложения, то это пишут вам мошенники. Пожалуйста, блокируйте их сразу. Еще напоминаю вам, что у нас есть рассрочка. Любой предмет вы можете приобрести в рассрочку. Все условия обговариваются в личной переписке. Пишите, звоните. Также мы работаем с юрлицами, все документы предоставляем, и также есть возможность принимать платежи из-за рубежа. Ну что, начнем. Две таких кружки. Портмерион, Англия. И есть миска. Хорошее состояние. Здесь мы подобрали блюдо. Это Англия. Блюда все. Фаянс. Дополнительно сделаем фото каждого блюда. Чайник, это тоже Англия. Три вот таких есть чайных пары. Сохранность отличная. Так, здесь у нас стоит серия «Замки» в синем цвете. Это все тоже остатки. Есть одна чайная пара. Тарелки диаметром 19 сантиметров. Одна миска осталась. В коричневом цвете две тарелки. Тоже 19 сантиметров в диаметре. Сифтер. Тоже Англия. Прекрасная сохранность, большой. Канделябр на три свечи, они парные, два штуки в наличии. Это уже Англия. Так, пять мисок таких у нас в наличии осталось.
тарелки, 4 штуки их, 19 сантиметров. Бульонная пара. Такая пивная кружка. Тяжелая. В прекрасной сохранности. Ваза в форме ладьи. Это Нахтман. Состояние нового предмета. Ваза в форме бокала, цветной накладной хрусталь. Ваза большая, это Паон, из этой же серии есть блюдо. Такие маленькие розетки, 6 штук, Зехшер, Германия, это винтаж, и также есть тройки, Петрио, у них очень приятная цена. Пара, это у нас Хаммерслей. Англия, костяной фарфор. Здесь вот это вот очень редкая серия. Тоже Хаммерслей. И это чайная пара, тоже Хаммерслей. Одна вот такая тарелка. Антикварная. 19 век, конец 19 века. Это тоже Англия. Смотрите, какая красотка. Вот такой вот шикарный комплект. Это Италия. Ручки выполнены из бронзы. Антикварные хрустальные фужеры. Германия. 3 штуки продаются поштучно. Ваза на ножке, хрусталь, ободок и ножка выполнены из серебра, клеймо Минервы стоит и прекрасная сохранность для фруктов, пирожных, отлично подойдет. Такой зольник. С совочком идет. А здесь ручная работа штихельная. Это предмет уже антикварный. И у него прекрасная сохранность. И редко попадается в полном комплекте, чтобы совочек тоже дошел до наших дней. Ройтер. Здесь с хризантемами блюдо. Это глубокое блюдо и большое плоское блюдо. Тоже очень редкая серия. Это довоенный фарфор. Прекрасная сохранность. Все реже и реже встречается именно эта серия. И постоянно растет в цене. Вот такой набор для завтрака. Это Англия.
это декоративно от Кайзер. С обратной стороны есть отверстие для подвеса. Ваза Англия. Молочник, сахарница и три пары. Это Розенталь, 30-е годы. Чипендейл модель. Белоснежный фарфор. Вот такой комплект стопок. Франция. Серебрение начала прошлого века. Так, октябрь, июль и май. Масленка. Англия, стеклянная вкладка, все в полной сохранности. Вот просто невероятной красоты комплект столовых приборов. Это Кристофель. В родном кофре идут. Кофр выполнен из дерева. На 12 персон. Столовые ложки, вилки и чайные ложки, и половник. Очень редкая модель. Сохранность идеальная. Два клейма. И вот такой антикварный набор. Ручка выполнена из серебра. Еще раз всем хорошего дня. Спасибо, что нас смотрите. Будем рады ответить на ваши вопросы. Пишите.